Всем доброго времени суток. Продолжаю я ремонтировать свой автомобиль. Это Renault Kangoo 2011 год. 1,5 литра DSI. Двигатель K9K. Менял я на нем ремень ГРМ. Вот еще не собранная стоит. Это шестерня коленвала. Двигатель, так, ну, дело не в двигателе, сегодня я занимаюсь тормозами, так как вчера поехал в райцентр магазины за ремнем генератора и за роликом натяжным генератора, натяжного ролика нормального не оказалось в разобранном виде, только Китай. Так что буду ждать, должны на днях вот привезти. Уже после праздников, думаю, во вторник съезжу, заберу. Ролика на генератор натяжного. Поставлю его на натяжный механизм. Также и ремня. Установлю ремня, ролика. И тогда уже буду все закрывать. А покуда жду ролика с ремнем на генератор. Это генератор у меня с кондиционером. Система. Так вот, покуда я жду ролика с ремнем нормального, чтобы не китайского, то решил передние тормоза переглядеть. Меняю их, эти, короче, колодки 10 тысяч назад. И решил посмотреть степень их износа. Оказалось, что наружная она почти не износилась, так не очень. Ну, немного есть. А с внутренней вот стороны видна колодка. Вот это вот износ у нас получается. Отверточка вот 5 миллиметров где-то. Ну, миллиметров 6 осталось накладки. А здесь около 8 где-то. С этой стороны. Вот видно вам. С этой стороны вот запасы, что есть сюда, а здесь уже получается без запаса. И сейчас я уже супер это снял, это колодки в открытом виде, подвесил я вот на таком крючке за пружину зацепил, чтобы не упало, ослабил шланжик с кронштейна, вот вынял с этого. Вот снизу вынял, чтоб в свободном полете было все. Подвесил я суппорт. Направляющие ходят нормально, не заклиненные. Я думал, может, что с направляющими, что так сильно сработало снутри. Но это получается обычное дело. Обычно снутри больше срабатывается колодки от прижима цилиндрика самого. И что я буду делать, я переброшу их просто местами, наружную колодку вовнутрь, а внутреннюю наружу. Получится у нас, будет уже износ более равномерно идти. Вот, я освободил. Когда я занимался ремнем ГРМ, то диск этот вот тормозной, он прокручивался так туговато в колодках. Думаю, погляжу, что уже машина неделю стоит, то ржавчина взялась. Вот что странно, они какие-то износы их не равномерные, а полосками такими. Что там добавляют в эту колодку, не знаю. Сейчас проверим. Мне сказали, что колодки должны
вонять. Тогда это хороший материал, таки что стачивается. Не диски стачиваются тормозные при торможении, а колодки только. А мне так диски немного вот. Не помню, я, кажется, их зачищал немного. Но износ есть. Так что меняем их местами, эту ставим с внутренней стороны от цилиндрика тормозного, а внутреннюю поставим наружу. И все. Обратно ставим суппорт потом. И все будет нормально. Так что, кто сейчас с этим не знаком, рекомендую как передние, так и задние раз 10 тысяч менять местами. Внутреннюю колодку от цилиндра ставит наружу, а наружную внутрь, чтобы был равномерный износ, и потом не выбросили вы одну стертую, а вторую еще даже не начатую толком. Кому была полезная информация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до свидания.